зовут Елена. Мы сейчас находимся в гостях у спортклуба «Джипинтур». Вот. Едем на увлекательный маршрут по горам Демерджи. Как маршрут называется? Подскажите, пожалуйста. Вершина Южная Демерджи. А маршрут? Там что-то у вас кавказская пленница. И включается в этот же маршрут. По следам кавказской пленницы. Вот, мы едем по следам кавказской пленницы. Все вам покажем, все расскажем параллельно. Наши экскурсоводы проведут детальные экскурсии и, соответственно, будете наслаждаться краевидами вместе с нами. Ну, расскажите, где мы проезжаем сейчас? Это село какое-то, да? Это поселок Нижняя Покуловка. Чуть дальше будет поселок Верхняя Покуловка, названный в честь великого русского полководца Кутузова. Так как в 1754 году площадь Куши на Лавандовых полях проходило знаменитое сражение. Город, поселок назывался Шумы. Называлось Варшавское сражение, где Кутузов разбил Шумы. Такой экскурс в историю. Шумков было на порядок больше, где-то 3000, русских было половина тысяч. Но несмотря на превосходство врага, русские одолели. Духом своим мощным одолели. Ой, как здорово. Дорога, по которой мы едем, когда-то соединяла Ялту и Симферополь. Угу. Была основной трассой. В 1953 году начали строить новое шоссе, которое находится параллельно. Вот справа знаменитая гора Демерджи. Вот это гора Демерджи. Да. Ну что, дорогие любимые мои, сейчас мы находимся на месте, которое называется Марусин поворот. И именно из этого места начался фильм «Кавказская пленница». Отсюда начали снимать и снимали дальше. Нам покажут все места, по которым проходили съемки данного культового фильма. Вот, и мы с вами проследим и даже немножечко поучаствуем в этой во всей красоте, во всех живописных приключениях. Ну что, Владимир, расскажите, пожалуйста, о месте, на котором мы остановились. Отсюда панорама наблюдаем гору Демерджи. Состоит из двух частей. Слева это северная Демерджи, справа это южная. Если посмотрим на южную Демерджи, то отсюда можно увидеть каменный хаос и знаменитую долину привидений. Угу. Отсюда она просматривается немножко плохо, но когда подъедем к подножию, мы сразу поймем, почему ее назвали долина привидений. Все равно красотища неимоверная. Посмотрите, понаблюдайте вообще, как тени ложатся, какой массив мощный, красивый. И правда, там видно вот эту долину как раз-таки привидений. Правильно же я понимаю, вот это да, она? Вот она. Да, классно. А если посмотрим на камушек правее, это голова Екатерины. Названа в честь Екатерины II, графом Потемкиным. А по легенде я слышала немножко по-другому. Названа в честь Екатерины, которая умерла трагической смертью от рук кузнеца, да, или как он? Есть тут несколько легенд, но каждая, то есть именно если что касается этого камня, то это голова Екатерины. Все-таки императрицы наши, да? Готовил поход Екатерины II, назвал их, потому что немножко похоже на верх монетки. Я даже знать не знала и слышать не слышала. Видите, как насыщенно исторически мы проводим время. Так что слушайте и запоминайте. Так, ну а здесь у нас снимались знаменитые культовые кадры фильма «Кавказская пленница». А если видно вот этот пейзаж полностью с местом, на котором мы находимся сейчас. Так что наслаждайтесь. И каждый раз, когда будете пересматривать данный фильм, данную картину, вспоминайте, что вы видели это воочию. Все ровно стоит, вот все вот так, ровно, на камеру.
Итак, друзья мои, сейчас вы поприсутствовали на съемках фильма «Кавказская пленница 3». Представлю вам главных героев данного фильма. Фильм полностью копия, как вы сумели оценить игру наших профессионалов, наших актеров. Скопировали мы эту сценку, конечно же, на том же самом месте, на котором снимался сам фильм. Поэтому прошу любить и жаловать, аплодисменты, занавес. Друзья наши, товарищи, дорогие наши телезрители. Добрались мы до первой точки нашей, точки отсчета. Это долина привидений. Так, прям качелька висит, видела я там сзади. Не очень, конечно, пугает качелька, но подъем, сам говорят, будет нелегким. Поэтому мы морально готовимся, но после того, как мы ездили, да, вот сейчас верхом. Ветерком, да, верхом. Нам уже ничего не страшно. Мы хотим посмотреть, полюбоваться видом сверху. Да, и здесь вот нам рассказывали, как раз мы находимся напротив места, где после землетрясения образовались вот эти каменные глыбы. Это называется Хаос, да, долины Демерджи. Точно. Поэтому любуйтесь. Ну что, Владимир, расскажите теперь нам по факту, где мы находимся, что это за урочище и какой маршрут, да, нас ждет, нас больше всего интересует. Что тут интересного? Впереди это будет секрет. А находимся мы в урочище, называется оно так же, как Гран Демердж. Здесь мы видим, есть орех, который называется Каникулин. На нем проходили съемки Кавказской пленницы. Также рядышком слева у нас камушек, на котором проходили съемки. Тоже знаменитого фильма Рязанова, Гайдая. Плато 82. Ну, не стоит раскрывать всех карт, я думаю, что где проходило. Я думаю, ребята, когда приедут, сами все узнают, прикоснутся к истории этой. Правильно? Правильно, конечно, да. Пропускаете много, если не собираетесь сюда приехать, поскольку эмоции непередаваемые. Вы можете, как Катерина сказала, прикоснуться к истории, а можете просто покайфовать, посмотреть вокруг и ощутить себя, ну вот, на пике блаженства. Правда, приезжайте, не пожалеете ни о чем, ни на секунду. Будете сюда ездить 5 раз в год, честное слово. Это мы еще говорим, пока не дошли до самого верха. Да, что будет наверху, мы не знаем. Вот, это все в секрете, как говорит Владимир. Ну, а подъем высокий, да? Это мы прямо на самый верх будем подниматься. А потом на пике. Ну хорошо, будьте с нами, наблюдайте. А лучше приезжайте и, конечно же, все это воочию увидите. Добрались мы до пересечения двух вершин, южной и северной. Это место называется Седловина.
Вот здесь у нас небольшой привал. Как тебе дорога? Дорога кайф. Мне дорога мне очень понравилась. Лесами незабываемая. Знаешь, мы пока поднимались, там не было елочек никаких, а здесь уже другой воздух все чувствуется. Да, совершенно, да, свежий воздух, немножечко прохладно, настроение кайф. Хочется уже скорее на самую-самую вершину, на самый пик. Но здесь тоже пейзажи умопомрачительные. Замечательный октябрь. Да, да. Октябрь у нас удался, а у вас? Подъемом. Рыба в воде. Как здорово вообще, как мясорубочки. Ну вообще, Александр, вы просто бог. Ну в общем, мы находимся на вершине Димерджи. Кстати, написано через «е», а произносится правильно через «и». Димерджи, да. С левой стороны у нас получаются такие скалы прикольные. С левой мы покажем. Давай покажем, что у нас здесь сзади нас находится. Сзади нас сколько? 1200 метров вниз. Это раз, да. Во-вторых, бодрящий и холодный воздух. Одевайтесь тепло, когда поедете сюда. Берите с собой теплые вещи. Обязательно фотоаппарат надо с собой. Но вид просто умопомрачительный. Смотрите, и воздух, да. Просто, знаешь, я дышу и понимаю то, что такого воздуха ни в каком городе просто нет. Вы только нету. Посмотрите, какие сзади нас пока, как спускаются на горы. Вы такое видели когда-нибудь? Они прям на нас сейчас нахлынут, заберут нас. Ну, я надеюсь, что мы дождемся момента, когда они к нам прилетят. Вот, сейчас мы покажем вам немного другой ракурс этого же места. Там вы вообще все обалдеете. Так что, девочки, мальчики, айда за нами. Thank you.